его юго-восточная, наверное, сторона. Это там вдалеке, самый крайний справа. Шентухина, чуть левее. Моисеева, за ним плохо видно, Карацина. Левее, перед нами с Лениным, не отличить. Сливается вместе с островом Сергеева и островом... Стоп, это остров Кротова сливается с островом Цивольга. И левее островок это остров Сергеева. Дальше пошел Рикарда. Там немножко видно Бактусов острова. Веники немножко торчит из-за Рикарда. Ну а дальше там Попов и Русский сливается. Вот там вдалеке видно дома Владивостока. Мне видно, на камере, наверное, не будет видно. Ну а вот он остров Антипенко. Как я сказал, юго-восточная часть. Дойду острова на юго-восточной части. А, кстати, рядом с ним маленький островочек какой-то. Посмотрите, вот тут пролив. Вот это маленькие такие скалы. И между основным островом и этими скалами пролив. Интересно, на карте это есть? Пляжики, конечно, эти пляжики все заливаются при небольшом даже шторме, волной, я уверен. Самая высокая точка острова Антипенко 102 метра. Сейчас войду в этот проливчик, надеюсь, сетями его никто не перегородил. Пролив между ним и маленьким островком. Сейчас мы глянем, что там за островок. Тут у нас Хасанский район. Так, скорость сбавим, а тут что-то мель какая-то нехорошая. Тихонечко пойдем. Заглянем на ту сторону острова Антипенко, а потом, возможно, вернемся сюда, отметимся, так сказать. Левая сторона острова Антипенко. Пляжик. При хорошем северном ветре, я уверен, он до травы добивает волна. Смотрите, как здесь бухточка. Новые леса, но это, конечно, не так. Лес явно лиственный, сосенки попадаются, но явно преобладание их не наблюдается. Вообще они редко попадаются. Там интересные, наверное, самые северные. Ландшафты сидят.
тянем на Хасанский район. Там дома видно, это от Славянки какие-то дома. Плохой пляжик, я думаю, здесь вот там в кустах можно, в принципе, и палатку поставить. Баклан сидит, видно, молодой, белая грудь, вся и шея даже. О, крылья расставил, сушит. Еще пляжик, буй какой-то, видно, браконьерский. Решил высадиться на острове Антипенко. Вот он, лодочка моя, вот он остров, лес. Тут кто-то камешки складывал. Вот тут явно палатка стояла. Вон там костер делали. То есть люди здесь отдыхают. Лес, наверняка грибы. Это Амурский залив, вот там, не знаю, видно или нет, Владивосток. Не видно дома в тумане. Это мыс Брюса. Маяк на нем. Тоже называется маяк Брюса. Это соточки и пляжики белые, издалека очень притягательные. Так и хочется туда попасть и развлечься там на солнышке, искупаться. Красота. Маленький островок рядом с островом Антипенко. Вот он, Антипенко. Сейчас высажусь на нем, как и собирался. И на этом мы расстанемся с этим островом, с островом Сибирякова, с островом Антипенко. И я думаю, что я прямиком отсюда поеду во Владивосток, прямо по прямой. И это уже будет другой файл. Видео, скорее всего, тоже размещу на Владайвере, ну и ссылку на туристы. Как мелко здесь. Вот я на этом маленьком островке, вон моя лодочка, вот он Антипенко. Тут на Антипенке, на острове Антипенко, на этом маленьком островке горноколосники просто удивительные, цветут вовсю, на реники. Они еле-еле живые какие-то. А тут вон красавцы какие. Кстати, их можно есть. Когда нет воды, ими можно напиться. Это растения так называемые суккуленты, которые влагу накапливают. Будешь влагу накапливать, если ты живешь прямо у меня. Звонком перебили, не знаю, записалось или нет. Вот это... ячмень гривастый. Ну все, покидаю острова. И сейчас я прямиком поеду во Владивосток. Вон он, его видно. Так, вот это у нас острова. Рикарда. Там вот это, видимо, это Попов. И вот на тот мыс на Попов я курсы возьму. И как раз, я думаю, приду туда, куда надо.